Уважаемый Карим Кажимканович, құрметті Карим Кажимханұлы, құрметті үкімет мүшелері, 2016 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша қазіргі уақытта елдегі әлеуметтік экономикалық ахуалдың біртіндеп жақсарғаны байқалады. Біріншіден, үкімет пен ұлттық банктің уақытылы қабылданған дағдарысқа қарсы шараларына арқасында Қазақстанның экономикасы 2016 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша оң нәтижелер көрсетті. Мәселен, бірінші жарты жылдықта құрылыс, көлік қызметтері, ауыл шаруашылығы және өңдеу өнеркәсібі көлемнің ұлғаю есебінен жалпы ішкі өнімнің өсуі 0,1% құрады. Сонымен қатар, өндіріс тәсілменен алынатын жалпы ішкі өнімнің 63,5% құрайтын экономиканың алты негізгі саларын қамтитын қысқа мерзімді экономикалық индикатордың өсу қарқынында оң серпін байқалады. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша қысқа мерзімді экономикалық индикатор ағымдағы жылғы қаңтар-мамырдағы 99%-ға қарағанда 99,3% құрады. Өндіріс тәсілімен алынатын жалпы ішкі өнім тарапынан бірінші жарты жылдықтағы экономиканың оң өсуі қысқа мерзімді экономикалық индикаторға енбейтін қызметтердің өсуіменен, сонымен қатар салық түсімдерінің өсуіменен қамтамасыз етілді. Мәселен, ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында білім саласындағы өсім 3,2% құрады, мемлекеттік басқарудағы өсім 2,6%, жылжымайтын мүлікпен жасалынатын операциялардағы өсім 2%, ғылыми техникалық қызметтегі өсім 1,5%, қаржы қызметіндегі өсім 0,8% құрады. Аталған салалардың өсімі арқасында қызмет көрсету өндірісі 0,1% ұлғайды. Қосылған күн салығының 119,2%, түсімдер акциздерінің 28,7%, кедендік түсімдердің 14,6% өсу нәтижесінде жалпы ішкі өнім құрылымында 6,6% құрайтын таза салықтардың нақты өсімі 1% құрады. По итогам первого полугодия 2016 года наблюдается постепенное улучшение социально-экономической ситуации в стране. Благодаря принятым антикризисным мерам правительства и Национального банка экономика Казахстана по итогам первого полугодия перешла в положительный рост. Так, за первое полугодие рост ВВП составил 0,1% за счет увеличения объемов строительства на 6,6%, услуг транспорта на 4,3%, производства продукции сельского хозяйства на 2,7% и обрабатывающей промышленности на 0,5%. Наблюдается положительная динамика темпов роста краткосрочного экономического индикатора, который охватывает 6 базовых отраслей экономики и который занимает 63,5% ВВП методом производства. По итогам первого полугодия краткосрочный экономический индикатор составил 99,3% против 99% в январе-мае текущего года. Если считать ВВП методом производства, то положительный рост экономики в первом полугодии обеспечен также ростом производства услуг, которые не входят в краткосрочный экономический индикатор, а также ростом налоговых поступлений. Так, в первом полугодии рост в секторе услуг составил в общем 0,1% и был обеспечен за счет роста в сфере услуг образования, госуправления, операциях с недвижимым имуществом, научно-технической деятельности, финансовой деятельности. В результате увеличения поступления по НДС, акцизам, таможенным поступлениям, реальный рост чистых налогов составил 1%, налоги чистые занимают в структуре ВВП 6,6%. В условиях сокращения внешнего спроса основным драйвером роста экономики стали в том числе инвестиции за счет внутренних источников. Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане за первое полугодие увеличился на 8,5%. В результате реализации индустриально-инновационных и инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы «Нурлыжол» и ГПИР. Наибольший рост инвестиций наблюдался в сельском хозяйстве на 48,6%, в промышленности на 12,8% и операциях с недвижимым имуществом. Также отмечается некоторое возобновление роста кредитования. В январе-мае 2016 года объем вновь выданных кредитов банков второго уровня экономики составил 3,7 триллиона тенге, что больше аналогичного показателя за аналогичный период прошлого года на 6,7%. Вместе с тем, в результате снижения мировых цен на нефть и металлы объем экспорта сократился на 31,8% до 13,7 миллиарда долларов США за январь-май 2016 года.
За первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя мировая цена на нефть снизилась на 30,8%. Также отмечается снижение индекса цен на металлы. Так, параллельно со снижением экспорта отмечается снижение импорта на 27% до 9,2 миллиарда долларов США. В результате внешний торговый оборот снизился на 29,9 миллиарда долларов США. Международные резервы страны на 1 июля 2016 года составили 96,2 миллиарда долларов США и с начала года выросли на 5,2%. В том числе активы Национального фонда в иностранной валюте выросли на 3,5%, до 65,7 миллиарда долларов США. Золотовалютные активы Национального банка выросли на 9,4% до 30,5 миллиарда долларов США. В социальной сфере сохраняется стабильность, отмечается рост среднемесячной номинальной заработной платы на 9,9% до 133,5 тысяч тенге в месяц. Инфляция с начала года составила 4,6%. Основной вклад в инфляцию на уровне 1,85% внесло подорожание продовольственных товаров. Цены на непродовольственные товары выросли на 4,7%. Платные услуги, рост цен составил 4,1%. Уровень безработицы снизился и в июне составил 4,9%. Положительные темпы роста экономики в первом полугодии во многом были обеспечены благодаря реализуемым по поручению главы государства мерам по стимулированию экономического роста, поддержанию занятости и реализации госпрограммы «Нурлыжол», а также антикризисного плана правительства и Национального банка. В рамках госпрограммы «Нурлыжол» активно ведется работа по строительству дорог и социальных объектов, что оказывает благоприятный эффект на экономическую активность в стране. На 1 июля текущего года ведется строительство более 1000 километров дорог, где занято свыше 75 тысяч человек. Необходимо отметить существенный рост ввода жилья в рамках госпрограммы «Нурлыжол». Так, за 6 месяцев текущего года ввод в эксплуатацию жилых домов возрос на 16,9% до 5 миллионов квадратных метров жилья, в том числе и за счет средств государственного бюджета. В рамках реализации социального направления программы «Нурлыжол» ведется строительство более чем 32 новых школ. До конца года ожидается их ввод в эксплуатацию. В условиях кризиса поддержка предпринимательства в рамках дорожной карты бизнеса 2020 также оказывает положительный эффект в обеспечении роста экономики и занятости. С начала текущего года просубсидированы и прогарантированы более чем 1200 проектов малого и среднего бизнеса на сумму более чем 95 миллиардов тенге, а также выдано 185 микрокредитов и 154 гранта. В целом, за первое полугодие текущего года участниками программы произведено продукции на 740 миллиардов тенге, выплачено 74 миллиарда тенге налогов, создано и сохранено свыше 15 тысяч рабочих мест. Продолжается реализация программы «Дорожная карта занятость 2020». В 2016 году на запуск проектов по ремонту социальной инфраструктуры и объектов ЖКХ, благоустройству в селах, сельских округах, поселках, городах районного значения было выделено 93 миллиарда тенге. В рамках этих направлений на 1 июня 2016 года создано более чем 106 тысяч новых рабочих мест. Из них в сельской местности 48,2 тысяч рабочих мест. В целом освоение запланированных средств на 2016 год в рамках госпрограммы «Нурлыжол» и антикризисного плана идет в соответствии с графиком. Дополнительно в рамках антикризисных мер для поддержки отраслей реального сектора экономики приняты следующие меры. Для недопущения существенного снижения объемов добычи нефти введена плавающая ставка ЭТП на нефть с привязкой к мировой цене на нефть. Надо отметить, Карим Кожемханович, что показатели по нефтедобыче оказываются существенно выше плановых, и есть твердое ожидание, что по итогам года объем добычи нефти превысит плановые показатели, те, которые планировались на начало года. В целях поддержки добычи железной руды утвержден временный понижающий коэффициент тарифом на услуги МЖС для производителей железорудной продукции. Уважаемый Карим Кожемханович, разрешите кратко доложиться об итогах социально-экономического развития также в разрезе регионов. В первом полугодии текущего года из 16 регионов в 10 отмечается рост выпуска промышленной продукции. Лидерами, обеспечившими наиболее высокие темпы роста, являются Акмолинская на 6,5%, Южно-Казахстанская область на 5,3% и Восточно-Казахстанская на 4,3%.
В Акмолинской области в полтора раза увеличена добыча золота. В Южно-Казахстанской области увеличена добыча урановой и ториевой руд, мазута, цемента и муки. В Восточно-Казахстанской области возросло производство свинцовых концентратов в 5,5 раза. Свинца не обработано более чем на 29%, меди более чем на 23%, урана более чем на 9%, и цинка более чем на 1%. Необходимо отметить, что Павлодарская область в первом полугодии текущего года вышла также на положительные темпы роста. Если в январе-мае текущего года отмечалось падение в промышленности на 2%, то за 6 месяцев текущего года за счет увеличения добычи медных концентратов, производства феррохрома, необработанного алюминия, стальных труб, рост составил 0,2%. Спад промышленного производства отмечается в 6 регионах из-за снижения добычи нефти и железных руд, а также производства машиностроения. Среди них это Костанайская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Мангыстауская области. Рост объема строительных работ наблюдается в 7 регионах. Наибольший рост отмечается в Атырауской области на 123,7%. Западно-Казахстанской области на 17,4% и в городе Астана на 35,1%. За первое полугодие, как уже было отмечено, ввод в эксплуатацию жилья увеличился во всех регионах, за исключением Карагандинской и Костанайской. Наиболее высокие темпы по вводу жилья отмечаются в Акмолинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях и в городе Астана. Также в регионах завершено строительство ряда крупных объектов. В частности, в Карагандинской области завершено строительство железных дорог Жезказган-Бейнеу и Аркалык-Шубарколь. В Кызылординской области завершено строительство магистрального газопровода Бейнеу-Базой-Шымкент и железной дороги Жезказган-Саксоульск. Все это, конечно, сказалось на снижении темпа строительных работ. Уважаемый Карим Кажимканович, уважаемые коллеги, на сегодня Министерством национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и национальными управляющими холдингами в реализацию поручений главы государства, данного на совещании об итогах индустриализации в первом полугодии 2016 года, проводится работа по формированию новых источников роста экономики и обеспечению продуктивной занятости населения. Для обеспечения запланированного роста экономики на уровне 0,5% во втором полугодии текущего года центральным и местным государственным органам необходимо обеспечить эффективное использование выделенных средств на реализацию антикризисных мер, а также исполнение мероприятий, предусмотренных и одобренных протоколом заседания правительства от 21 июня текущего года.